Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Let's Go to the Play. Продолжаем играть в Fit and Grow Fish. И играем за Голиафа. Так, в прошлой серии Мегалодон съел меня на 36-м левеле. И сейчас я прокачался до 31-го. Это заняло довольно много времени. Но сейчас мы попробуем прокачаться больше 36-го левела. И попробуем напасть на Мегалодона. Итак, очень долго я это, блин, прокачивал. Около часа. Меня еле-еле-еле, блин, то туда, то сюда. В общем, одни проблемы. Не дают спокойно, блин, поплавать и похавать. Мегалодон очень внезапно появляется и нападает на меня. Я не помню, на этом уровне я броварга уже ел или нет, но я еще не пробовал. Надо постоянно, блин, осматриваться, нет ли мегалодона. Он вообще так внезапно появляется. Он меня вообще прям накаливает в последнее время. Не дает мне никак развиваться. Боится, наверное, что я его съем. Так, там что-то плавает внизу. Блин, рыбина на 31-м уже так медленно начинает плавать, шевелиться. Ого, это что такое? Сама упала. Так, ребятки, вот броварг. Так, нет, 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 надеюсь, он меня не съест. Надеюсь, он меня, ребята, не съест, потому что это будет вообще просто жесть. Ребята, будет вообще просто жесть. Пожалуйста, не ешь меня, не ешь. Не ешь, мне еще играть надо, я только начал. Я только начал, пожалуйста, отстань, отстань, я уйду. Ребята, он меня услышал. Он меня услышал. Блин, ребята, быстрее валим нафиг отсюда. Да, меня чуть броварг не завалил. Я только включил, играл целый час. Я думал, это капец. Теперь мне надо жизни полностью восстановить. Быстрее валим на пляж. Офигеть, ребята. Вот это жестко было бы. Я бы, наверное, сейчас просто бы клавиатуру разбил бы, если бы меня сейчас броварг бы сожрал. Я потому что целый час тут левел набивал. И все, блин, ради минуты, которая вообще, он меня напал вообще, я не думал, его не сожру. Смотрите, он вообще даже не шевелится. Его так покусали жестко. У него тут вся бочина разодрата, ребята, вот это жесть. Очень медленно копится здоровье, я никуда, наверное, сейчас пока не поплыву. Нажму на паузу, пускай здоровье накопится, потому что это еще, я не знаю, сколько времени займет. Фу, блин, ребята, мне чуть сразу же не пришел конец в самом начале серии. Итак, сейчас я подожду, пока здесь накопится, нажму на паузу и потом начнем. Итак, я почти излечился. 33-й левел у меня, здоровье пополняется, почти все заполнилось. Итак, плывем дальше прокачиваться. Главное не попадаться больше броваргу и мегалодону. Кстати, некоторые пишут мегалодон, что это белая большая акула. Некоторые так пишут мегалодон. Я не знаю, кто там прав, кто правильно, кто неправильно. В общем, мне без разницы, как она там правильно читается или неправильно. Мегалодон или белая большая акула. Наверное, это все одно и то же. Так что вот. Так, рыбу что-то я вообще никакой не вижу. Одни растения. От них, блин, толку мало. Надо искать большую рыбу. Здесь были, блин, целая куча рыб была. Так, ладно, я знаю, вон там должно быть. Рыба-черт, или как там ее называют. Где она возрождается постоянно. Так, вон я вижу акулу. Тигровую акулу. Сейчас мы ее захаваем. Ага, вон там и рыба-черт. Ого, как тут все, блин. Так, теперь мне главное их догнать. Ну. Так, есть. Так, вторую не успел съесть. Кто там? Кто там? Кто там? Есть кто-нибудь сверху? Все время смотрим наверх, ребята. Ну, что это тут за малява? Так, рыба, черт, значит, свалила от нас, да? Так, еще. Ого, 34-й левел, как быстро. Так, куда же нам плыть? Главное, ребята, не нарваться на мегалодон. Он очень жестокий. А эта рыба очень медленная. В плане того, что у нее дамаг. Дамажит она очень мало. Ну как мало, нормально, но не хватает, чтобы быстро разорвать. Так, что там, еще одна акула? Отлично, 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 просто замечательно. Так, она сейчас тут все съест, и мы ее тоже съедим. Надеюсь, она не будет на нас обижаться.
Так. Так, давайте своего Сорочи тоже съедим. И вот этих белых рыбов тоже захаваем. Без палева, а то их тут плавает слишком много что-то. Расплавалось. А мне надо быстрее попрокачиваться. Так, что-то она включила какое-то ускорение турбо. Вряд ли я ее догоню. Но попробую. Так, вот еще одна подвернулась. Так, там сзади что, рыбачок, что ли, меня догоняет или что? Я что-то не понял. Так, ну давай, я все-таки тебя догоню. Блин, вроде никакой скорости вообще прям нету, а не догнать. Прям вообще, давай, ускорение, ну. Да я же все равно тебя догоню, ну хватит. Так, все, ты в тупике. Так, все. Догнали, 35-й левел, ребят, 366 хп. И она все становится медленней. Так, вон там, что там, бибосик, да? Давайте его. Блин, он меня запалил. Что-то слишком медленно я тут на его атаковал. Где он? Не вижу. А, вот. Он тоже довольно жирный. Смотрите, прокачался. Только догнать бы его как? Думаю, постараюсь. Ну, давай. Сейчас. Шифт накопится и опачки апнулись за счет такого жирного бибосика. Так, плюс растение. И 36-й левел. Ровно... Тот левел, на котором нас съел мегалодон. Ого, здесь он мясо начебурил. И сваливает, да? Ну ладно, вали. Так, что тут есть что-нибудь покрупнее-то? Так, смотрим. Ребят, не забываем осматриваться, потому что мегалодон подкрадывается очень незаметно. В самые ненужные моменты, как говорится. Хлоп, и все. И вас нет. Так, вон побольше рыбеха. Сейчас мы ее... Так, она, надеюсь, не сваливает от нас. Что она там, пытается что-то хавать? Где она? Так, все, у меня во рту, ребята. Она у меня во рту, все, спокойно. Паники нет. Так. Что тут? Сверху какие-то тени или снизу тени? Ну ладно, нырнем поглубже. Так вот. Еще один глиафик. Надо его съесть. Или не стоит? Ну ладно, поздняк метаться, мы его уже съели. Ого, да их тут вообще прям табунами ходит. Только их не догнать нифига. Так, ну-ка. Ого. Опять ты, дружище. В каждой серии меня выручаешь. Рождаешься, я знаю, где ты рождаешься. Я знаю все твои секретные места. Сейчас я тебя стопудово догоню. Опачки, все. И теперь... Ого, вот и сразу второй. Подоспел к нам на завтрак. Или на ужин, или на обед, без разницы. Главное, чтобы его догнать. Сейчас полностью заправляемся разгоном и... Опачки, он у нас во рту. И сейчас он рождается там же, и мы плывем туда. Так, 37-й левел. Уже почти 400к. Жизней. Не 400к, а просто 400. Так, вот здесь еще маленько. Что-то нам тут осталось от кого-то. Так, где он? Он рождается там и вон там. Ага, вон он. Вижу. Вижу я его. Блин, в той степи мегалодон у нас обычно плавает, но все равно. Так, давай. Давай догоняй этого черта. И супер ускорение, хлопочки. Так, ребят, надо, наверное, уже, может, попробовать на броварка или нет. Я даже не знаю. Как бы нам не настал быстрый капец. Ну ладно, пойдемте попробуем. Он должен быть в следующей, где-то вот в тех ямах плавать. Вот здесь он обычно обитает. Любит он эти камни. Давайте посмотрим, нет ли его здесь. И нет ли вообще мегалодона рядом. Так, по-моему, никого не вижу. Ни того, ни другого. Надо хотя бы... Так, ну ладно, хотя бы акулу видим. Так, что-то меня вообще перекобянило. Отлично. Просто вообще замечательно. Сразу до 38-го. Так, ну-ка.
Скоро уже можно и броварга, наверное, заглатывать. Даже не это, не жуя. Так, главное найти его. Так, посмотрим, нет ли мегалодона. А, вот и броварг. Ну что, ребят, попробуем. Не, не получается что-то его. Давайте его тогда попробуем хотя бы покусать, что ли, я не знаю. Кусать его, может, попробуем. Так, все, ребят, он сдается, уже хорошо. А то, блин, я думал, он меня сейчас опять растерзает. Так, ребят, блин, фу, я уж испугался. Я думал, там броварг, а это, блин, всего лишь какой-то риф или коралл, не знаю, что там. Фу. Сейчас у него мясо будет просто дофигище. Так, у меня сколько дамага? 28. У мегалодона, по-моему, около 40 или даже больше 40, поэтому он нас еще раздерет, по-моему, в щепки. С ним связываться бестолку на таком левеле. Итак, вот, дохренище, просто мясо. Так, что, 39-й, блин, я уже думал 40-й. Так, здесь кто-то оставил 40, это мало. Так, где еще есть броварки? Но не мегалодоны. Так, рыба-меч. Опачки, ну-ка. Блин, она меня запалила. Теперь ее фиг догонишь. Ладно, фиг с ней, не буду гоняться. Тут есть, какую-то она оставила маленькую дичь. Блин, то мне ее не попасть никак. Так, продолжаем. У меня что-то, ребят, по-прежнему болит горло. Я не могу много говорить. Поэтому нажимаю местами на паузу. И в очередной раз, друзья мои, когда я нажал на паузу, хотел побольше прокачаться, на меня напал мегалодон. Я даже не успел это записать, и на этом пришлось видео остановить, ребят, потому что до этого я играл больше часа, даже больше, наверное, 2 часов, столько времени долго прокачивал. И вторую попытку сделаю в следующий раз. В следующем видео я уже точно прокачаюсь по полной и сожру мегалодона. А на этом я заканчиваю свое видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем пока.